Погода в этом году действительно позволяет и ремонтировать теплотрассы, и просто проводить время на свежем воздухе. Однако так будет не весь январь. Первый месяц в новом году, по прогнозам синоптиков, преподнесет немало сюрпризов. Подробнее Ольга Стельмах. Похоже, декабрь задержался, а вместе с ним и температурный режим, далекий от плавного и равномерного. Этот месяц обещает быть таким же богатым на перепады, при том, что за окном будет на 2 градуса холоднее многолетних значений. Средний показатель – минус 20. А вот в отдельные дни в светлое время суток ожидается и цифры со знаком «плюс». Метеозависимым людям придется буквально прочувствовать капризы природы. Температура будет колебаться. Колебаться будет очень существенно. Такие температурные качели мы будем наблюдать практически так же, как и в декабре. Циклоны с антициклонами будут меняться часто. И по осадкам он будет нормальный, не засушливый. То есть в прошлом году мы с вами практически весь январь прожили без снега. А нынче осадки ожидаются. Причем осадков в январе прогнозируют много. Частые снегопады будут практически во всех районах Хакасии. В горной местности и на севере республики выпадет до 120% от нормы. В первой декаде 30-градусные морозы ожидаются только ночью. Днем минус 15-20. Заметно потеплеет в середине месяца до минус 5. А на Крещение обещают всего 10 градусов мороза. Пожалуй, самые экстремальные скачки намечаются в третьей декаде января. От минус 38 до плюс 1. Для сибирской зимы положительные температуры в самый суровый месяц года – настоящее событие. Холодный одновременно теплый, снежный, местами даже очень. Такой будет январь. Месяц первый в наступившем году. Ольга Стельмах, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.